Глава государства принял заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова. Жумар Токаев был проинформирован о текущей работе НК, итогах ее 29-й сессии и актуальных тенденциях в этой политической сфере. По итогам встречи глава государства дал Марату Азильханову ряд конкретных поручений, направленных на актуализацию работы всех общественных институтов Ассамблеи народа Казахстана.